Весна, как правило, напряженный сезон для ботанического сада в Кембридже. Когда расцветает сирень и нарциссы, здесь не протолкнуться, но не в этом году. Из-за карантина британцы вынуждены оставаться дома, в Кембриджском университете нашли выход. Мы знаем, насколько важен этот сад для многих. Некоторые любят приходить сюда каждый день, поэтому даже в такое непростое время мы хотели показать, что их любимый сад продолжает работать. Показать им что-то привычное в нестабильное время. Чтобы каждый мог полюбоваться цветами, в саду запускают бесплатные виртуальные туры. В них Салли, главное по садоводству, показывает весенние растения и описывает их запахи. И все это под щебетание птиц. В виртуальных турах рассказывают и о том, как можно выращивать овощи прямо у себя дома, и делятся полезными лайфхаками. Некоторые люди даже прослезились от нашей задумки, у других это просто вызвало улыбку. Им приятно видеть, что все хорошо. Мне говорили, это смесь восторга и пыток, потому что это красиво, но пока нельзя приехать, чтобы увидеть это все наяву. Ботанический сад в Кембридже открыли для посетителей почти 200 лет назад. С тех пор он служит не только исследовательским центром, но и городским парком. Там надеются, что скоро сюда снова вернутся многочисленные посетители.